Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Trady. Сегодня мы продолжаем вместе с Джузой играть в Skibi Defense. И сегодня мы будем играть в бесконечные волны и посмотрим, до какой волны сможет продержаться камера Титан. Всем привет, дорогие друзья! Я, конечно же, сразу не смогу поставить вот этого своего крутого Титана, но нам надо будет постараться как-то, ну, до этого времени дожить. И я думаю, мы сможем вдвоем, потому что... В соло я играл, я не смог это сделать. Поэтому давай, ну, давай. Потихонечку будем расставляться. Так, давай. X2, X3. Ой, я не знаю. Это... Не работает. Не работает, может потом заработает. В общем, я поставил своего. Он, по идее, должен сейчас здесь быстренько справляться. Наверное. А мне куда поставить? Я, наверное, тоже вот сюда поставлю куда-нибудь. На уголочек. Да. Или пока ты справишься. Не, вот сюда поставлю. Куда-нибудь рядышком тоже ставь, чтобы как можно больше здесь вначале уж убивать лучше. А, ну ладно. Тогда поставлю в начало. Давай, вот, да, вот так. О, камера Герл. Тем более сейчас, да, будут уже летающие, и она будет хорошо отстреливать. Поэтому сейчас я попробую своего вот этого прокачать хорошечно. О! Вот так. О, на твою голову ставится. Вообще хорошо, слушай. Так, я сейчас от этого ниндзя-камера можно... как громко-то! Обалдеть, почему так громко? Ты прям возле него стоишь, он тебе по духу стреляет. Да вообще жесть, все, я убавил звук. Да, жестко. Так, я хочу сейчас накопить 6500 сразу, чтобы у нас ниндзя-камерамен, если что, прям вообще много урон наносил сразу же. Оп, все, отлично, он у меня на максимум прокачанный. Так, теперь вот этого буду сюда ставить. Так, вот сюда, во. Денежки будем сейчас зарабатывать. Ну-ка. Во. Выносит, все нормально вроде бы пока. Ну, пока все, да, пока все идет хорошо, я думаю, и... 20-я волна, кстати, уже смотри. Быстро, быстро, быстро. 20-я? Жесть, да. А что так быстро идет? А ты до 42-я. Я до 49-й доходил. Поэтому сейчас мы проверим. Так, ну, в принципе... Ну, надо ставить Титан. Ты Титан сюда поставишь? Титана, да, наверное, где-то сюда поставлю, вот здесь в центре. Главное сейчас на него, конечно же, накопить. Я, наверное, еще ниндзя-камер сейчас наставлю вот так вот, вот сюда. Чтобы у нас побольше камеры был, вот этих ниндзя. О, уже жирники соридут. Так, хорошо. Так, я не знаю, опа, куда оп, 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 пролетел. Почти. Поэтому я, наверное, я не знаю, куда ставить своих-то. Куда-нибудь. Так, ну я буду вот сюда ставить. Так, надо максимально прокачку сразу им делать, наверное. Так. Да, 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 да. Ну это как у нас тут получается 2. Такая вторая линия обороны. И вот я думаю, 32-я волна сейчас. О, жесть, уже там проходит. Пошел замес. Да, я вот сюда еще одного поставлю на всякий случай. Тоже на максимум улучшенного. Сейчас буду уже скоро ставить Титана. Здесь еще одного поставлю. Давай, 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 нормально. Вот эти с щитами, тут, короче, этот телепортер будет. Он, конечно, вообще жесткий. О, он еще один. Быстрый. А, еще тут вертолетчик, жесть! Не-не-не, нормально, пока вроде живем. Пока вроде бы живем. Так, я, наверное, блин, куда поставить? Куда поставить? Титан, Титан, блин, ты там занялся. Ладно, давай я позиции все хорошие занял. Давай вот сюда. Так, может быть на... Давай на вторую поставь или куда-нибудь там. Вот сюда поставлю, вот. Вторая линия, третья линия обороны будет, да, у нас. Отлично, отлично. Так, ну он... Что-то как-то неотлично вроде. Что-то как-то, да, неотлично. Так, погодь. Надо поставить сейчас еще ниндзя-камер поставлю здесь. Что-то пока как-то это... Они, смотри, очень жестко прошли. Так, можешь под... А, вот нормально. Так, давай-ка X1. Так, 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 так. Ну, в принципе, должны справляться. Сейчас еще наставим вот так вот. Что-то как-то пока... Да, слушай, сложно. Сложно вообще. Ну-ка. Так, ну-ка. Давай, 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 убивайте. Вносим? У меня пока Титан ничего не делает, блин. Я его в центр поставил, и он не задевает никого. Не можешь прокачать его? Пока, сейчас скажу. Нет, пока не могу прокачать. Да давай, бей его. Вот этого-то должен... А, он пока летающий цель просто не бьет. Так, ну надо ладно. Еще поставить, надо еще поставить. Слушай, что-то как-то пока... Так, этого мы вроде как не можем вынести, да? Я не знаю даже, кого мне поставить. Надо, наверное, мне простых бойцов ставить, потому что... Я вот этого тоже сейчас камеру вот здесь наставлю. И здесь, и здесь. Так, ну... А, я до конца не улучшил, но окей, я сейчас улучшу.
должны убивать. Да, с этим справляются. Хорошо. Да. Да, справились. А с этим? Вот, титан начал. С этим тоже, по идее, должны. Наверное. Давай, 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 давай. Так, должны, вакуумный. Должны. Давай, давай. Все, очень есть. Близко было. Так, там еще идут. Еще так, подожди, идет. Давай-ка я на паузу поставлю, я расставлю своих бойцов, потом не так, надо. Так, давай, давай, давай. Самых первых. У меня нет крутых, я всех крутых уже расставил. Так, ну я своих ниндзя еще тоже расставлю, потому что они все-таки урон дают хороший. Поэтому я буду просто фул вот так вот расставлять. Пока я ставлю все-таки ниндзя, потому что от них многое сейчас зависит. А у меня простые самые первые, потому что... А-а-а, самые первые. Так, ну, ну да. И немножечко, наверное, больших камерменов можно поставить, я не знаю. Нужно так. Их ставить, нет? Так, все, я максимум наставил, все, теперь... А, или мне... Да, у меня денег, что ли, не хватает, или я максимум наставил. Короче, давай смотреть. Ну да, сейчас, по идее, справляются. Вот с этим тоже должны справляться. Да, все отлично. Так, я коплю на улучшение. Все, теперь моя задача, я буду копить на улучшение... Титана. Титана, да. Конечно, вот здесь еще могу одного поставить. Вот так вот. Пусть стоит, жарит. Вот он, телепортер уже! Уже здесь? Вот он, да. Это он с щитом, это барьером? Он, да. Смотри, он телепортируется. И... Мы не убьем его. Не-не-не, должны... А что, титан у тебя будет? Нет, я его не улучшил. Нет, смотри. У него еще плюс хп, у него щит и хп. О, а это мы барьер снимаем пока что? Да, все, у него сейчас, смотри, вот, у него сейчас жизни еще. О, жесть. Все, он прошел. Так, не так, давай-ка еще реплей, слушай-ка. Ну, мы не подготовлены были. Ну и давай, ладно, сейчас решающая будет. Посмотрим, пропустим мы или нет. Буду чисто их ставить. Куда мне ставить там? Тебе, ну, тоже куда-нибудь можешь вот здесь вот, например, расставляться. Ты сюда не будешь титан ставить потом? Титана я куда-нибудь еще назад туда поставлю, посмотрим. Хорошо, хорошо. Расставляй так, чтобы, да, чтобы максимальный урон вообще по ним проходил. Так, ну, пока. Так, давай скип. 500, сегодня еще 6500 накопить. Короче, надо вот эти ниндзя-камеры, они на самый последний уровень именно вот вообще крутые. Угу. Поэтому... Так, ну я сделал скип, еще один скип. Давай, скипайся еще. Так, пинч, пинч. Нормально вроде. Так, а у меня... Все, на максимум я усилил, отличненько. Теперь можно вот этого сюда поставить. Пусть светится. Светоглаз. Светлячок. Светлячок, ну. Теперь его усилю сейчас. Сейчас вот здесь вот, наверное, поставлю в самом начале, который шпарит. А там уже потом этот. Во, да, нормально, наставил туда своих-то. Так, сейчас этого на максимум. Все, этот на максимум есть. Еще одного поставлю. Нормально. Сейчас надо нафармить, чтобы дофига денег было. Вот, до тебя уже доходит потихоньку. Угу. Так, вот этого еще ставлю. Оп. Начали проходить. Аман, 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 не пройду. Да, они как-то рывками проходят, или ты паузу ставил? Не, я паузу не ставил. Ну-ка. Я расставил своих 10 бойцов, сейчас буду улучшать. Все, я тоже своих расставляю. Вот это, конечно, станы жестко. Да, надо... Надо защиту какую-то, антистан. Ну, антистан это титан. Не, там тоже есть какие-то ребята антистан. По-любому есть кто-то, кто может защитить. Ну, вообще да. Даже за все время спикерменов никаких даже не ставят. Ну да. Может, они как саппорты будут работать. Ну да, там один есть. У меня вот есть один, он как раз таки, да, как саппорт работает. Так, ну я тут вообще прям армию ставлю из своих этих. Да, это хорошо, хорошо, хорошо. Уф, у меня аж немножко затормозило.
Так, погодь, пауза. Так, 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 я, у меня на титана хватает. Я сейчас титана поставлю в уголочек. Сюда? Блин, в уголочек, да, не получается что-то в уголочек. Поставить только вот в этот уголочек. Тоже не получается. Ну ладно, вот не сюда угол... поставь. Вот сюда вот так поставлю. Нет, все. Так, сейчас погодь, я еще своих наставлю. Слушай, надо было сразу. А, все, максимум я наставил, да, своих этих штук. Так, этого тоже, наверное, на максимум. Так, ну все, сейчас буду вот этих тоже ставить. Камеры, которые у тебя есть. Давай. Расставляй. Так, что-то сюда не ставится. Сюда поставлю. Сюда. Сюда. Так, титана усилил. Вот хорошо. Он идет. Вот он пошел. Так, вот сейчас мы его вынесем. Не знаю. Должны. Блин. Хорошо. Так. Подожди, стой, стой, стой. Давай. Титан. Жарь его. Так, предлагаю сделать то же самое, что мы делали. Перекинусь и по их всех. Так, сейчас у меня еще есть камеры Girl. Сейчас их я вот сюда поставлю. У меня не все юниты. Так, я буду заниматься перекидыванием, потому что вариантов не особо много у нас. Ну да. Так, ну в принципе, я вот сейчас есть шанс, что мы справимся. Так. Так, теперь, да, я тоже своих теперь этих... я сюда поставлю тоже. Ну ты... ну да, он сейчас телепортнется как раз сюда, надо вот... Так, сейчас вот этих теперь всех убирать надо. Жестко, жестко. Вот этого, вот этого, вот этого. В принципе, возможно, мы сейчас справимся. Так, нет, этого я не буду ставить. Так, так, так. Так, и еще одного. Ай, у меня все, денег нет. Так, у меня 29 тысяч, но тоже нету денег. Ну ладно, давай смотреть, что произойдет. Давай, 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 давай. Черт, а? Слишком уж он жирный. Давай, 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 давай. Нет, телепортнулся еще, засранец. Давай немножко. Не телепортируйся только, давай. Давай. Стой, стой. Сколько? 136 хп. Нет. Да нет. Жесть. Ну блин, это так близко было. Это было очень близко, капец. Ну ладно, что, давай тогда будем, наверное, я не знаю, до копить следующего видео. Круче юнитов. Да, надо подкопить и нормальных каких-нибудь себе приобрести, потому что тут по-любому есть супер классные еще юниты, про которых мы не знаем. И у меня, кстати, 22 тысячи уже. И я... Я бы хотел купить, знаешь, кого? Где здесь? DJ Woman, вот, за 22 500. Может быть, это тоже какой-нибудь классный саппорт? Не знаю, надо посмотреть. Ну, в общем, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки. И всем, ребят, пока-пока. Всем пока.